Вопрос обслуживания населения общественным транспортом – один из приоритетных. 15 лет назад мы провели реформу, убрали газели, пазики. Одними из первых в стране достигли высокого уровня обслуживания. Но время бежит, и 15 лет – это слишком много. В данном вопросе с растущей автомобилизацией, с растущим населением мы и приросли более чем на 200 тысяч жителей в Казани. Поэтому назрели новые проблемы, новые вопросы. Одним из них это является обновление подвижного состава. 600 единиц автобусов ежедневно выходит на линию в Казани, и одна треть из них нуждается в замене на сегодняшний день. Благодаря поддержке РАИСа нашей республики, республиканского, городского бюджета и средств предприятий мы закупаем новых 157 автобусов республиканского производства с компанией КАМАЗ. Спасибо нашим коллегам. И уже в середине октября 157 новых автобусов появятся на линии. Они газомоторные. Кроме того, что в совокупности это, если брать обслуживание в том числе, на 30% по году дешевле газомоторное топливо с обслуживанием вместе. Ну и, конечно, вопрос экологии. Плюс еще по пожеланиям жителей и наших пассажиров установлены впервые кондиционеры. Это на 800 тысяч рублей дороже предприятию каждый автобус, но комфорт и благополучие пассажиров для нас очень важен. Поэтому надеемся, что мы продолжим и обновление подвижного состава, и также делать все для того, чтобы общественный транспорт Казани соответствовал высокому званию столицы Республики Татарстан.